Поехали! Идан старт, 12-й скачки. Клюнул носом Крейзи Саммер, но все равно принял лучше всех и повел. А по бровке Лорд Бурбон, полем тут же Пионер Гелл, дальним полем Темпл Вориор. Веласкес и замыкает Горда. Очень кучно идут лошади перед трибунами. Скачку ведет Крейзи Саммер. Второй Пионер Гелл. На третьем месте Лорд Бурбон. Четвертый Шамс-Элизе. Далее Веласкес. Гордану Рустам Панджоков сдерживает. 21 секунда 300 метров. Это, кстати, не тихо. И Крейзи Саммер ведет, как мы этого и ожидали. На втором месте тут же Пионер Гелл. На полкорпуса сзади третьим Лорд Бурбон. На четвертом Шамс-Элизе. Далее с небольшим просветом Веласкес Гордана. Гордана сейчас выходит на пятое место. И замыкает Темпл Вориор. По противоположной прямой. Пионер Гелл выходит вперед. Пионер Гелл возглавила скачку по противоположной прямой. Тут же Крейзи Саммер. 30,3. На втором месте идет Крейзи Саммер. Далее Лорд Бурбон. И тут же рядом с ним Шамс-Элизе. Гордана на пятом. Смотрите, с каким преимуществом лидирует Пионер Гелл. Пошел Лорд Бурбон. Лорд Бурбон выходит на второе место. Шамс-Элизе третьим. Ну и Гордана сейчас сделает, видимо, видеобросок. Итак, скачку ведет Пионер Гелл. Ее преимущество составляет, наверное, корпусов 5 при выходе на финишную прямую. Бурбон вторым. На нем Александр Иванской вовсю уже в хлысте. И вот она, финишная прямая. Скачку ведет Пионер Гелл. Ее преимущество, опять же, по-прежнему велико и составляет корпуса 4. Финишная прямая. Впереди Пионер Гелл. И тут же Лорд Бурбон. И его бросок. Лорд Бурбон броском подъезжает к Пионер Гелл. Успеет он ее захватить или нет на последних метрах дистанции Пионер Гелл. И тут же Лорд Бурбон подъезжает последние метры. Лорд Бурбон и Пионер Гелл. Финиш. Пионер Гелл на полкорпуса. Впереди Лорд Бурбон вторым и Гордана третьим.